Вообще, кстати, мне понравилась стояночка, хорошая. Хотя бы не город, а есть возможность погуляться, прогуляться по лесу. В лесу я уже давно мечтала попасть в лес. Все никак-никак. И наконец-то, наконец-то. А мне кажется, мы знаешь сейчас, куда придем? А, нет. Там какие-то это горы. Я надеюсь, здесь клещей. Овражек. Я думала, сейчас вот будет как раз вот тут, вот с этой стороны Волга проходить. Тут овражка. Тут, кстати, уже тепло становится. Шиповник? Шиповник дикий. Класс. У меня мешочка, по-моему, нет даже. Чтоб набрать дикого шиповничка. Вон там теплоход наш виден, труба его, а тут овражка. А тут класс, как дерево какое. Набирает шиповник. Ба, там шиповника сколько. Дерево желтое. Или нет? А, ну да, тут уже пообрывались. Пойдем по берегу. Там тоже. Чуть-чуть собрала шиповника. Лесной шиповник самый вкусный такой, дикий, который ароматный. У меня был как-то. А тут играю даже. Чуть-чуть собрали. Знал бы, взяла в мешочек. Вот-то полно. Никто не собирает. Жалко, что у меня нету мешочка. О, это прям так омывает берега. Красота какая. Женька. Женька уже прошел кто-то. Какая красота, боже мой. Жарко становится. Вообще как-то вышли, холодно прям было, я прям замерзла. А он там... слушайте, шиповника там прям полно, много. Я и мешочков даже мало взяла. Думаю, зачем? Что я там буду складывать? А вот если кто поплывет, я потом скажу. Ну, в описании будет написано там. Не в описании, а в этом. О, красиво. А, ну тут вот ветер. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай, песок такой нетронутый. Белый-белый такой. Смотрите, какой песок классный. А, вон наш теплоход стоит. Обрывки. Дерево. Смотрите, как у него корни повылазили. Без человека, конечно, тут не обойтись. О, смотри, какая мель тут прямо, Жень. Классно. Так, смотрите, прям мелко-мелко. Как он сюда подобрался, теплоход, интересно. Ведь остановился здесь. Классно. Сейчас я фон запишу для вас. Тут следы, тут волки ходят. А вот самый главный волк. Здравствуйте, волк. Скажите, пожалуйста, как вам здесь живется? Говорит. Смотри, Женя, отсюда как клад. Ты фоткал здесь? Смотри, какие эти островки такие вот. Это прикольно. А, тут еще носится. А я думаю, что она движется-то. Тут носится, потому что. Смотрите, как красиво здесь. Какое дерево, смотрите. Класс. Как красивый. Женька уже сразу туда. Такие обрывы. А, это до сюда, представляете, вода доходит. До сюда. Ты что там, я не пойму. Уселся. Как экспонат Волги. Ты главный экспонат Волги?
Да? А шишек сколько? Ну сядь, сядь, я сейчас тебя сфоткаю. Там на нашу музыку уже играет. Я говорю, мужу, у меня мечта новая появилась. Я хочу остаться на этом острове. Женька говорит, ну сейчас теплоход, наверное, отходит. Смотри, твоя мечта может сбыться. Я говорю, не, я лучше домой хочу. Как тут красиво. Музыка что-то заиграла, но время 9:30. А он отплывает в 11. Не знаю почему. Видимо, что все собирались и шли на музыку. Потому что реально можно сблудиться тут. Как красиво, ребят. Это так красиво. Это так классно вообще. Блин, я такого никогда не видела. Вот именно вот такого. Ну, по сути, подумайте, где вы такое увидите. Где? Просто негде. Тут смотрите, какие корни. Тут сосновый бор. Шишечки. Ай. Шишек столько вообще. В городе иногда просто не наберешь шишек, потому что они по осени заканчиваются. Их, видимо, набирают люди. Ну, для детей, для школы, поделки какие-то. И вообще бывает. Мне как-то раз в прошлом году нужно было нам для занятий с Димочкой. Я просто не могла набрать. Их просто нигде не было. А здесь вообще их просто море, этих шишек. Вон они, смотрите. Смотрите, у нее прям уже корни омывают. У нее уже корни такие висят, и она растет до сих пор, даже не сохнет. Блин, мне всегда казалось, что такое дерево засыхает быстрее. Но у нее корни, смотрите, какие. Такое ощущение, как будто это не корни, а как будто это дерево продолжается в землю, только с другой стороны у нее даже кора есть. Мне всегда казалось, что у них корни такие беленькие, желтые, ну, как желтенькие, да, беленькие, такие, как вот как дерево, когда вот как кору снимешь. Блин, классно. Теплоход наш. У меня уже камера садиться начинает. Но у меня есть еще вторая батарейка. Ой, там вверху тоже сосновый бор. Красота какая, блин, я жить хочу тут. Вот оно самое классное место. Если бы еще здесь зимы не было сильной такой. Хотя зимой, кстати, я думаю, наверное, тут вообще просто шикарно. Муж фоткает, я снимаю. Но там, наверное, наверху очень красиво. А вода как шумит. Я надеюсь, вам слышно, что ветра, надеюсь, нету. А вот тут, смотрите, ступенечки. Ступеньки. Жень! А, он даже не слыхает меня. И тут, смотрите, какие. Блин, и время, главное, время так быстро заканчивается. Мы же вот только вышли, буквально вот. Время уже 9:30, уже 10 час. Полтора часа всего осталось. Было же больше часа. Полтора-то чем. Как классно тут, ребят. Я надеюсь, то, что я смогла вам через камеру все-все вот это вот передать, вот эту вот красоту, эту вот классность, эту, блин, это так, такая счастливая, что это все наконец-то увидела своими глазами, понюхала аромат леса, который я так мечтала давно уже понюхать, потому что когда сидишь в декрете с ребенком целыми днями, уже забываешь этот запах и начинаешь по нему скучать. Если там до появления ребенка мы с мужем постоянно путешествовали, были там, обошли всю Самару. Конечно, канала тогда не было. Мы не знали, что они существуют, что так можно сделать. Вот, то сейчас, конечно, по всему этому начинаешь скучать. Что ты там доски фоткаешь, что ли? Там домик какой-то. Там надо нам наверх с тобой подняться и поверху, наверное, пройти. Обратно? Ну да, обратно. А потом мы придем и посмотрим. Потом я, наверное, пойду фотить. Мне кажется, там ли была дорожка. А вот тут, как тут классно, какие волны, блин. Просто шикарно, просто шикарно. Не знаю. Надеюсь, что вам меня слышно, ветер чуть-чуть есть. Но уже, кстати, потеплело. Хорошо, что я сильно не оделась. А ты куда пошел-то без меня? А кто меня толкать будет? Ах, ты мне попку подашь. Свою. Остановились бы вот мы на целый день. Мы бы с тобой весь остров обошли за целый день. Ой.
Сейчас, ребят, я поднимусь. Камеру убери. А ты меня двумя руками?